Друзья, не очень радостная для меня новость, но честно я вам обещал про ботинки все говорить, какие изменения. Ребята, прабосы полетели. Вот так вот выглядели мои ботиночки Прабос Препер в разгар, так сказать, их эксплуатации. Отличные ботинки, отличные берцы для сложного рельефа, межсезонья. Даже зимой я в них ходил. Классные ботинки. GoPro, на которой я начал снимать это видео, сдохла, батарейка села. Причем очень внезапно, потому что индикатор показывал еще полбанки. Но вдруг бамс и вырубилась. Это причем второй раз такая уже тема. То есть она не показывает предупреждение, пустая батарея там и так далее. Значит, переделываю тогда сюжет, о чем начал. В общем, ребята, проблемская проблема. У меня полетели прабосы. Точнее, один прабос, пятый. Один прабос правый. Дрень. Дрень эту я обнаружил в прошлом походе. Вот. Потому что по воде шлепали, неприятственно было. Я понял, что что-то не так. Стал смотреть и увидел дырку. Вот, и друзья мои, я подозреваю, что это не столько слабость конструкции прабосов, сколько последствия моего падения на Байкале. Точнее, я не упал, я провалился между камнями. Вот, и нога ушла правая вот в расщелину, мокрые камни были, ушла в правую, правая нога в расщелину. Прабос ногу защитил, но сам, кажется, скорее всего, либо надорвался, либо сразу порвался, я просто не заметил. Потому что, ну, там были такие условия, что по любасу все мокрое было, потому что по штанам текло. И я не обратил внимания на дырку, обратил внимание уже в Москве. Вот. Либо они были вот надорваны, и когда уже стал, как говорится, дожимать, надевать, снимать, и дырка появилась. Причем дырка увеличилась. То есть вот в прошлом походе она меньше была. Я, если честно, я ее видел и хотел заделать, отнести в починку. Что-то зашился первая неделя работы. Вот, и не успел. Ну, приеду в Москву, сейчас буду мыть ботинки тогда и нести в починку. Не знаю, как починят. Можно ли будет в них вообще после этого ходить. Если нет, то будет проблема. Потому что мои Фарадеи, я их 2 года не носил, они усохли конкретно. Вот, у меня 443. Ну, и если честно, я бы 766 лучше купил, но там были проблемы с размером. Если будет 47, раньше не было. Сейчас мне друзья говорили, что появился 47. Вот, если будет 47, то я возьму. Вот такая вот. У меня печалька, но честно, вот как обещал, что я все изменения по ботинкам буду сообщать. Ну, получается, с 20-го года я их ношу. Они мне пришли где-то в марте 20-го, если даже не в апреле. Вот, потому что я их, по-моему, первый раз снимал, еще снег был. Вообще мне ботинки эти очень нравятся. Они очень хорошие, удобные, комфортные. Вот, хотя поначалу я на них гнал, что в них жарко. Но после того, как я переменил носки на более тонкие, все стало на свои места. И мне эти ботинки очень нравятся. Жаль, что они прорвались через, получается, 3 года. Эх. Ну ладно. Починю, посмотрим, как можно будет в них ходить. Я думаю, починка за это возьмется. Если возьмется, конечно. Вот. Если нет, то у меня через неделю будут серьезные проблемы, потому что я пионеров вести должен. Буду размачивать тогда Фарадеи. Они 2 года стояли, сохли. И реально будет сжались. Вот так вот. Вот такая вот у меня проблемка. Ну вот. Вот зашили. Посмотрим, как это будет работать дальше.
Ох, ребята, еще раз к берцам потекли. Причем оба, и правый, и левый. Я сейчас переходил вброд ручеек, ну, по бобровой плотинке, и потекли и правый, и левый. В общем, ребята, прабасы живут 3 года, судя по всему. Потому что левый у меня не был побит. Правый побился, а левый был целый. И левый тоже потек. Вот так вот. Имейте это в виду. Ну что, друзья, прабасы умирают. Мои навороченные берцы прабас, они такие походные берцы, они вот именно для этого делались, для походов. Это не армейская обувь, это походная обувь. И они мне очень нравились. Но они прожили всего 3 года. 5 экспедиций. Ну, конечно, маленькие походы я не считаю. Да, маленьких походов много. В среднем я хожу 4 недели, потом 5-ю пропускаю, снова иду 4 недели. В общем, я все время хожу в походы. Вот. И тем не менее, ну, я считаю, что такая... В основном все-таки экспедиционные походы важны. Они прошли Хибины 2 раза, Хибины Лавозера. Они прошли у меня Ликийскую тропу, прошли Мещеру и Байкал. И вот на Байкале они стали рваться. Я грешу, там был у меня момент нехороший, когда я провалился между камнями ногой на берегу. И они, конечно, ногу мне защитили, но на пятки прорвались. Я это дело пустил на то, что посчитал, точнее, что это связано с тем, что, ну, такая вот экстремальная ситуация. Ну, ребята, дырку я зашил. Просто в ближайшем ателье, где ключи делают, ножи точат, вот, шьют обувь. Мне какой-то вот товарищ из Средней Азии просто замечательно все зашил, ему респект, уважуха. Вот. Но, ребята, поехали нитки. Нитки расползаются в буквальном смысле слова. И сразу на том, и на другом ботинке, на левом и на правом. В общем, смотрите. Вот у меня поплыла одна нога. И вот точно так же плывет вторая. В общем, ребята, видите, я уже надел эти самые носки мембранные, которые мне когда-то Вова дарил. Я на них сначала грешил. Не, ничего, когда вот мокрые ноги, вот они шикардосно, когда протекают ботинки. В общем, беда-беда. Но я, конечно, это тоже попробую зашить, но в целом могу сказать, что да. Прабасы рассчитаны на 3 года. Вот они мне весной 21-го пришли. И осенью 23-го они умерли. Вот. Это уже ботинки я уже ремонтировать должен. То есть это они не живут с первого раза. То есть ботинок, я считаю, надо... Вот жизнь ботинка, это пока ты его не ремонтируешь. Ну вот. Печаль. Печаль, ребята. Эх. Самое здесь печальное то, что аналог вот такой, который я бы... Такие ботинки, которые я бы хотел купить, это Faraday 766. Делают только 45-й размер, а у меня 47-й. До 45-го у них есть ботинки, после 45-го у них нет ботинок. Печаль, печаль, печаль. 47-й размер мне нужен. А прабасы... Эх. Я их зашью. Попробую чем-нибудь покрыть какой-нибудь той самой водоотталкивающей пропиткой. Ну, попробую в них еще зимой походить. Где все-таки снег. Это не так печально все. Вот, смотрите, даже солнце вылезло. Надо же. Не все так печально со снегом. Вот, его просто стряхнуть можно. Ну вот, а для таких трехсезонных экспедиций они уже, наверное, не годятся. Хотя очень удобные ботинки были.
Сначала я говорил, что они жаркие, не, ребята, я к ним приспособился, там все в носках дело было, поменял носки, и все стало на свои места. Вот, а ботиночки были очень-очень-очень хорошие. Жаль. Ладно. Ну, с другой стороны, 3 года, ребят, это солидно. У меня 433-е Фарадеи, о, они 443, 443-е, которые офицерские. Ну, они тоже 3 года, но они еще живые у меня. Единственное, что они у меня очень сильно усохли, сейчас надо будет их тогда разнашивать заново. Ну, потому что я их 3 года не носил, по факту. Вот. Нет, они у меня 3 лет не прожили. Они у меня прожили где-то 2 года. Вот, Фарадеи. Потом мне пришли прабасы. Я стал таскать прабасы. Вот. Надо будет Фарадеи намочить и растянуть их снова. Потому что за 3 года они верняк, они же кожаные, они усохли очень сильно. Вот. Да. В начале, так сказать, зимнего сезона, такой осенне-зимний, когда вот самая-самая необходимость сухих ботинок, вот таких водостойких, у меня вот такая вот проблема. Вот так вот. Ладно, друзья, я тут собираюсь уходить со стоянки, буду заканчивать сборы.